Всем привет! Сегодня у нас на видеообзоре мощный тактический фонарь-подствольник. Это Police Q2888. В комплектации данного фонаря идет, собственно, сам фонарь. Далее, давайте по порядку. Выносная кнопочка. Крепление на оружие, зарядное устройство под две аккумуляторные батареи и также элементы запитки 12 вольт от прикурителя автомобиля и 220 вольт и 4 сменных светофильтра: синий, красный, желтый и зеленый. Давайте теперь поподробнее. Также присутствуют две аккумуляторные батареи типа 18650. По фонарику. Фонарик в металлическом корпусе, анодированный алюминий, качественно сделан, с отражателем однорежимный, тип светодиода T6 XML. Кнопка включения находится сверху фонарика. Можно использовать выносную кнопочку таким вот способом. Включаем фонарь. На резьбовых соединениях везде присутствуют уплотнители резинки для предотвращения попадания влаги и пыли. Кнопка двухрежимная, как кратковременное включение фонаря выполняет. Вот так. Сменные фильтры. Замена их происходит очень просто. Откручивается верхняя гаечка, вынимается стекло и ставится тот фильтр, которого цвет надо. Ну, допустим, желтый. Установим. Установили желтый фильтр. Закрутили. Как заряжаются аккумуляторные батареи в данном фонарике? Для этого разбираем фонарь, вынимаем аккумуляторные батареи, устанавливаем в зарядное устройство. Полярность указана, плюс к плюсу, минус к минусу. И далее ставим либо же в сеть 220 вольт, либо же в сеть 12 вольт. О том, как происходит процесс зарядки, можно увидеть по светодиоду, который находится именно на блоке питания данного зарядника. При том, когда батареи разряжены, светодиодик будет гореть красным, потом переходит в розовый, и когда уже зарядится, будет зеленым. Мы снимаем уже с зарядочки. То есть все удобно и показано. По фонарику все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. В продолжении видео вы увидите, как данный фонарик светит. Всем спасибо за внимание. Пока, до новых встреч.